В'ячеслав Йосипович Гіндін. Народився 31 липня 1966 року в Харкові в родині вченого фізика та вчительки. Бабуся і дідусь працювали в театрі. Корінний харків'янин. У дитинстві мріяв бути актором. Закінчив Харківський державний інститут мистецтв імені Котляревського, лялькове відділення. Актор Харківського державного театру «Ляльок» імені Афанасьєва, заслужений артист України, характерний актор, конференсьє, шоумен, актор кіно та серіалів. Зіграв більше 20 ролей у театрі, більше 70 ролей озвучив як актор дубляжу. Учасник комедійних телепроєктів «ЧІЗ», «Велика різниця по-українськи», «Міліцейська академія», «Правдоруб», «Колекціонер», «Патріот України» і «Рідного театру». Вітаю на 9-му каналі проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимирова. Сьогодні у мене в гостях пан В'ячеслав Гіндін. Здравствуйте. Здравствуйте. Пан В'ячеслав, да. Обращение корректное, весьма и очень красивое, очень-очень. Даже по-русски можно? Ну, конечно. Но это же лучше, чем мужчина. По гендерному принципу, знаете, как мужчина. Послушайте. Не знаю, ко мне никогда не обращались мужчина, к вам, да. Поэтому я не могу сказать, лучше это или не лучше. Ну, я думаю, что пани тоже приятнее, чем женщина. Ну, да. В общем, да. Да. Говорим по-русски, потому что это ваш рабочий язык, вы работаете в театре, вы актер, и ваш зритель, он везде, и он украиноязычный, и русскоязычный, и англоязычный. И его дуже багато. Поэтому будем удовлетворять всех одновременно, и будем пользоваться сегодня русским языком. В'ячеслав Іосифович Гіндін, харківчанин, заслуженный артист Украины. Так случилось. Сейчас работаете в Харьковском государственном академическом театре кукол имени Афанасьева. И не только сейчас, а уже давно. Сколько лет? Да, уже 32 года. 33-й сезон вот у меня начался. Вы в детстве любили играть в куклы? Нет. Ну, вернее, как. Я любил просто играть. У меня была тьма всяких солдатиков, машинок. Ну, как у нормального мальчика-ребенка. Причем все это, как тогда не покупалось, а доставалось с большим трудом моими родителями. И у меня был целый такой гараж коллекционных машинок, и, значит, там войско из пластмассовых, резиновых всяких, там, значит, индейцев, ковбоев, пиратов, викингов. Вот. Но куклы тоже были. Почему? Такая история интересная. Значит, момент становления, да, дворец пионеров, ну, через который, наверное, прошло все мое поколение. И разные кружки. И я пробовал разные кружки, и зацепился я в кукольном. Когда подростком, ну, мальчиком был, значит, это школьником. Это был кукольный театральный кукольный или это кружок, были какие-то поделки? Нет, театральный кукольный. Mm-hmm. Почему? Я потом понял, что и перескакиваю, значит, в мысли, и в институте, который я заканчивал нашим театральным, да, вот институт искусств имени Котляревского, сейчас он университет, тогда был институт, театральное отделение, кафедра театра кукол и кружок вот тот вот кукольный, который я хотел, они были более демократичны, более открыты, более, если можно так сленгово сказать, шизоидальнее. То есть там допускалась любая фантазия, любое проявление творчества в любом виде. Свободы было больше. Полностью. Потому что до этого я был, значит, я посещал кружок рисования. Я любил рисовать, рисовал неплохо. И вот меня, значит, родители привели в кружок рисования. Ну, я пришел, значит, там такие мольберты маленькие, детские, все, краски акварельные. И тетя такая взрослая, очень такая. И нас сидит, таких юных дарований, человек 10-15. И она говорит, сегодня мы рисуем улицу. Ну, и типа, время пошло. Ну, и все там рисуют улицу. Начинают, что-то там нарисовал улицу. Хорошо. Прихожу на следующий день, опять все сели. Она говорит, а сегодня мы с вами рисуем улицу. Мы вчера рисовали улицу. Хорошо, порисовали улицу. А вы, вы другую рисовали? Ну, я другую, конечно, что-то там, какого-то милиционера там. Ну, в общем, короче говоря, когда я пришел на третий день, она сказала, ну, а сегодня мы с вами, наконец, рисуем улицу. Я сказал, что в этот раз был последний. Вы заподозрили, что все, что-то тут неладно. Да, то ли это шпион, то ли она, значит, карту таким образом... Вот. Потом был драм-кружок, это было очень серьезное действие, очень. Это вот сколько вам лет было? Ну, лет 7-8, да, ну, это очень 70-е. Серьезно. 70-е? Это, да, это середина 70-х. Почему-то вот драматический театр, он прежде всего у нас всегда почему-то был драматическим, а не театром.
И вот этот драматизм... То есть драма была во всем, надрыв. Да, да, это надо было уже 7, 8, 9 лет. Что? О чем мы знаем? Что вообще о жизни? Да? Веселье какое-то, праздник какой-то. Нет, мы должны были что-то там... Война, трагедия, какие-то... Трагедия, обязательно медведя в сказке, да. Рукавичка. Нет, я помню, что мы военные же, 41-й, 43-й, партизаны. Оно было как-то не очень близко в тот момент нам, по моим подросткам. Ну, режиссёрам, наверное, хотелось близко, шалить, валять дурака, да. Ну, идеологически выверенный продукт даже во Дворце пионеров. А кукольный вдруг... и там я задержался. Мне очень еще нравились те куколки, у которых ротик открывался. Вот так там такая, значит, ниточка была, дергаешь, волк, и они, значит, вот не просто болванчик, который мертвый, голова, и все мертвые, а именно вот что-то. Я так это вот, значит, люблю. Я мог представить себе, что пройдет вот так круг, да, жизни, колесо такое. Я окажусь на кукольной кафедре, я закончу, я окажусь в нашем театре. И 32 года, ну, жизнь, огромный кусок. А вы закончили кукольную кафедру, не драматическую? Поступал на драматическую, срезали. Не взяли такого колоритного актера? Не взяли, что вы. Ну там, это тоже целая история. Я думаю, что она не совсем интересна будет нашим зрителям. Но, в принципе, были, скажем так, факторы, не относящиеся к моменту, собственно, творчества, искусства и так далее. Чисто человеческие. За скобками. За скобками. Вот. Но мне очень повезло, потому что рядом через дверь была кукольная кафедра, и там принимали... А у вас уже опыт. А у меня уже опыт. Ну. Да, я с этой же программой сюда. Дайте подергать. И все, да, да, да. А родители творческие люди? Папа физик, ученый, известный физик. Да, был очень-очень известный физик. Профессор, доктор наук, физико-математических. И после войны пришел работать и всю жизнь проработал в нашем физико-техническом институте, где когда-то до войны Курчатов расщепил атом. Вот он там работал и знал всех этих людей. В общем, очень-очень известный. И воспитал массу учеников. Мама, дочь работников оперного театра, театра оперы и балета. Бабушка была начальницей пошивочного цеха, а дедушка солистом оркестра. Гобой и английский рожок. Ничего себе. Да, и мама вот родилась в оперном театре, в кавычках, так можно сказать. И мама поступила в театральный институт на курс к Марьяненко, к известному украинскому классику актеру. Он ее взял. И дедушка... Очень такой домостроевец, он заставил забрать документы. Он сказал, что я слишком хорошо знаю, что такое для женщины театр. Изнанка вся эта, значит, ты не будешь актрисой. Все, и мама вынуждена была послушаться, забрала документы и отнесла их, и поступила, и закончила пединститут, и работала учителем. А потом, когда у моей сестры родилась дочь, она, значит, перешла на работу бабушкой. Самая такая святая работа, я считаю, мама, бабушка. И вот она нянчила внучку. Вас так... двое в семье, да? Я и сестра, да. Угу. Сестра не пошла по театральной... Нет, сестра стала микробиологом, да, она по этой линии. То есть я вот такой один получился, как-то я... Театральная карма догнала вас. Карма догнала, да-да-да-да-да-да. И на мне вот так вот она... Ну тут дедушка уже не был бы против, наверное. Да, я думаю, что, вы знаете, никто бы не был против. А уж родители, я боялся... Все вот я читал эти книжки, да, где пишут, родители были против, и... То, значит, я понимал по истории моей семьи, да, как это вот могло бы. Но к чести и к великой благодарности моим, папе и маме, я должен сказать, что они не то что не были против, они всячески способствовали и помогли. Конечно, папа расстроился, он хотел видеть преемника. Он хотел во мне видеть продолжателя ученого, да, династии, фамилии, так сказать, все. Вот. Но потом он сказал вещи, я ее храню в сердце и ношу до сих пор. Он сказал: Славочка, я ничем не смогу тебе помочь в выбранном тобою поприще, но я могу тебе сказать только одно, что, в общем, благословил на эту работу, а я ему в ответ на это сказал, что говорю: пап, если я смогу вот без всякой помощи добиться хоть сотой доли, хоть сотой части того, что чего добился ты на своей, я буду счастлив. А папа — это абсолютный self-made man, что называется, то есть он из семьи, из многодетной семьи, работника швейной Тинниковской фабрики. Совершенно, ну, такой, даже читал он как-то так, папа рассказывал, очень... Слабо. Да, ну, так, ну, потому что это поколение еще до революции, черта оседлости там и так далее, все эти вещи.
Вот. И папа в науку пришел абсолютно своими шагами, своими ногами, без всякой помощи. То есть это надо было иметь талант, это надо было иметь голову и огромное желание работать, делать чего-то. Значит, все это было. Да, и вот до последних дней, я помню, как папа и его коллеги говорили, если бы Иосиф Абрамович меньше или как более как бы спокойно относился к жизни, легче на нее смотрел, он бы прожил дольше. Больше драмы было в нем. А не драмы, понимаете, он очень, он без кожи, он воспринимал, он приходил домой и говорил, ну как это можно, ну как, вот этот человек, совесть. Тут, да, ну как же так, тут наука, тут вот надо двигать, тут надо развивать, а это там деньги, это там что-то, стяжатель, а это там, то есть он не понимал, как можно вообще, он занимался чисто, вот, как для меня вот искусство, но я более циничный человек, а для папы наука была превыше всего. Развивать, открывать, у него куча всевозможных были, значит, вот этих вот за открытия всякие. Потом я когда-то у него, папа, а что это такое? Он говорит, а это опубликовали статью в американском научном, его статью в американском научном каком-то издании. И прислали оттиск такой, и все, то есть его имя знали во всем мире. И вот он настолько к этому относился, он не мог иначе жить. Он настолько без кожи и болезненно воспринимал все... Что, в конце концов, это, конечно, и послужило во многом причиной того, что он мог бы еще жить, но ушел. И вот я благодарен им бесконечно, и маме, и папе. Вы на кого больше похожи, как вам кажется? Внешне на папу. Внешне на папу, а по характеру? Характером взял и от мамы, и от папы, потому что иногда я понимаю, что нужно бы вот проявить какую-то. Иногда получается, а чаще я как-то стараюсь смягчить угол, не идти на конфликты. Но если, например, вот льву свойственно, да, я лев по гороскопу, если ударило по голове, и в приступе, как у Шукшина, в приступе дурной правды, он рассказал ему о том, что его жена спит с агрономом. Вот в приступ дурной правды, если вот шарашит по голове, я могу... качать эту правду, невзирая на то, кто передо мной, значит, что, и так далее, и так далее, и так далее. Потом мне рассказывают, как я был неправ. Я иногда соглашаюсь. Если бы был достойный сценарий, прототипом был бы ваш отец, вы бы сыграли? С удовольствием, но... Смогли бы? С удовольствием. Я не знаю, можно ли было бы написать настолько. Понимаете, ведь он, все равно это был человек, это ведь не был какой-то некий эфемерный. Понятно, что мы своих родных, особенно ушедших родных, всегда идеализируем, да, есть это у любого человека. Ну, кроме вас же, есть и другие люди, которые его знали, безусловно, которые могут о нем, да, говорить, да, правда, да, же? Да, понятно, да. Что сыну может быть и не совсем гоже, да? Вот, но папа в том-то и дело, что он был абсолютно земным человеком. И если собиралась какая-то компания, получалось так, что он моментально становился в центре этой компании, эта компания уже была вокруг него. Магнит. Я помню наши застолья дома, огромные, когда стол не помещался в одной комнате, его надо было, значит, открывались двери, и в другую продолжался, и мама готовила это все, и там, и были какие-то люди... Для меня это были просто люди, а это были какие-то светила научного мира того, тех лет. Я, ну, там дядя Вася, дядя Коля, дядя Петя, а это как, это же сам, а это... Говорят, что трудные времена были, а выходит, что жили как-то проще. Нет, вы понимаете, времена действительно были не то что трудные, мерзкие, потому что... Я объясню почему. Но это все откуда-то доставалось. Это сейчас можно взять телефон, нажать кнопку, и через час привезут. Мама невероятными усилиями. Тогда ведь не было термина «купить». Я не помню его, когда чтобы мама пришла из магазина и сказала, я купила там то-то, то-то, я достала. Пайки какие-то унизительные выписывались к праздникам. Да? Читали и смотрели то, что не то, что хотели, а то, что можно было прочитать или посмотреть. А остальное, а за Солженицына можно было сесть. Или там за Зиновьева. У вас ностальгии по Совку нет? Никакого. У меня есть ностальгия по моей семье, от которой осталась только я и племянница. Вот по этим, по годам, когда мы были счастливы. И счастливы мы были не благодаря Советскому Союзу. Мы были счастливы, потому что мы были друг у друга. Теперь о вас. Да. Почему вы такой хороший? Уже понятно. Папа, мама. Да, да. Сестра. Поддержка, которую вы получили. Ну, да, и вы все... поступили в театральный сразу? То есть вы закончили школу, и, да, и вы знали, куда идти. Да. А в детстве вы кем мечтали? Актер, у меня не было. Я не помню, чтобы у меня был момент сомнения. То есть вот вы вот учились в школе 10 лет, вы знали, что вы будете актером? Да.
То есть была уже такая уверенность? Да, я мотался, я начинаю где-то с 8-го, наверное, класса, я мотался на такие прощупывания, это еще не прослушивание, в Москву тогда еще, театральную, вот, в Питер, в Киев. И как-то вот я так тыкался, прощупывал, пытался какие-то сделать наработки в плане того, что а я вот еще приеду, а я еще тут, я еще о себе напомню. Но получилось так, как получилось, и слава богу, потому что, ну вот. Ну, жалеть уже поздно, в любом случае об этом. Да нет, не нужно жалеть, это вообще праздное дело. О чем жалеть? Были прекрасные и есть прекрасные годы. Я только об одном жалею, что нет моих родных, что нет, что ушли самые дорогие, самые близкие, родные для меня люди. Все. Все остальное, да все прекрасно, Господи. Руки, ноги на месте, работа, родная страна, востребован, спектакли, кино. Какая жалость. А вы помните, что вы читали на поступлении? Конечно. На кукольное отделение тоже же читать нужно было, читал. Правильно? Читал. Я, конечно, не помню все. Но я абсолютно точно помню, что, значит, я сразу понял, что я не герой, типажно. И, ну, потому что там были, нужны были такие, значит, такие двухметрового роста, такие. Нет. И, богатыри, не вы. Не мы. И я сделал такой акцент на характерность, на характерных персонажей. Вот абсолютно точно помню, что читал монолог Тристана из «Собаки на сене», «Слуги». Слуги. Да, я поняла. Вот там, где он его учит, Теодора, и рассказывает ему о том, как надо к женщинам относиться, значит, отмечайте недостатки, старайтесь в памяти носить ее изъяны, самые гадкие. Вот это. Вот. Что-то еще, ну вот характерные какие-то персонажи были. Вы и остались характерным актером? Да. Вы знаете, это очень... С годами характерность... несколько расширила горизонты. Я объясню сейчас почему. Сегодняшний герой, он уже не обязательно Шварценеггер или Сталлоне. Сегодняшний герой, он может быть любым внешне. Он может быть не только, так сказать, правдорубом, да, но он может быть и со всеми пороками и недостатками, и тем не менее герой. И вот характерному актеру вот такое сыграть получается проще, чем если ты только герой и больше ничего. У актера кукольного отделения, у него больше инструментария, больше возможностей, или уж как получится? Очень индивидуально. И как получится, индивидуально. Считается, что надо уметь с куклой работать и выходить живьем. Сейчас театр кукол вообще очень, ну, я имею в виду не такой, вы знаете, есть театры такие совсем периферийные, в которых там, значит, бабусины пригоды и там щось таке вони роблять на ширмі. Нет, наш театр – это совершенно другой театр, там кукла, то есть у нас есть, вот, скажем, мы играем Чевенгур Платонова, это абсолютно кукольный спектакль, там только куклы, вот. Ширма. А? Ширма. Нет, не ширма. Не это ширма. Такая телега, как стол огромная. Мы живьем, ну, нас видно. А куклы вот такие, вот такая система, значит, паркетные они называются. Вот они, вот, работаешь с ними, как вот, оживляешь их вот прям вот на столе. Таким образом. Механизация вся вот она в ней. И там ручку поднял, ножку, глазки. Там, а не обидно, что кукла часто главнее? Да не обидно. В таких спектаклях. Не обидно, потому что если бы только такие были, было бы обидно. Ну, а мне. А с другой стороны, без вас та кукла тоже никак, да? Вот. Не, вы понимаете, в чем дело? Вот я сейчас, наверное, вызову праведный гнев фанатов театра кукол, потому что настоящие, истинные, неистовые фанаты, они считают, что театр кукол должен быть чисто кукольный, без примесей. Что вот это вот все, что придумали, привнесли из этой Европы там, и так далее, вот эти живые, это все, это не театр кукол. Этого не должно. И вот они, значит, все вот они там фанатеют от вот этих всяких вот этих штучек. Вот. А я, поскольку адептом был изначально театра живого, причем во всех смыслах слова, я к этому отношусь спокойно. Мне нравится и так, и давайте еще вот так, и давайте попробуем вот эдак еще. Поэтому сейчас вот с приходом 10 лет назад в наш театр Оксаны Дмитриевой мы получили, я считаю, на сегодняшний день абсолютно европейский театр. Высочайшего класса. Признаюсь, в какой-то момент я думал лет там 15 назад, что уже все. И даже искал запасные варианты. Начал искать. Случилось чудо вот такое.
Ну, и... то есть вы знали о том, что театр кукол может быть разным, я но знал, у нас его не было. Я знал, так? И я хотел... Нет, у нас были какие-то, вот в нашем театре, в Харькове, были попытки. У нас были живые спектакли, у нас были какие-то выходы актера к зрителю. Это было в традиции нашего театра. Но вот сделать из него тот театр, каким он является сейчас, могла только Оксана. Причем названия в репертуаре у нас: Чехов, Гоголь, Булгаков, Шекспир, Платонов, Мольер, понимаете, и цетера, можно продолжать и продолжать. Оруэлл, да. Есть «Три поросенка» и есть «Скотный двор». Есть «Скотный двор», да. Ну, Оруэлл и Булгаков – это, значит, Оруэлл – это Олег Трусов, Булгаков – это Евгений Гимельфарб, это то, что было до периода Дмитриевой. А, скажем, вот все остальное, то, что я перечислил, это Оксана. Ну, чего-то надо было начинать. Безусловно. Но у нас вот такие опыты были, и Оксана это все приумножила. И сейчас, и вообще увела немножко в другую сторону, и сейчас у нас вот наш театр, он как бы, да, он кукольный. И на вывеске написано, что театр лялек, все так. Но это что-то, понимаете, это как цирк Дю Солей. Вот что такое цирк Дю Солей? Это цирк? Не совсем. Это театр? Немного эти. То есть это вот синтез, это когда один вид искусства встречается с другим. И получается какое-то новое что-то, третье, какое-то... Вот, поэтому и отпали, вы знаете, с годами отпали вот эти претензии, что, зачем вы влезли на чужую территорию драмы, играете в свои куклы, что вы, значит... Это очень, зависть. Очень много это было. Это зависть. Очень. Ну, а сейчас не то, что замолчали, а просто люди говорят, мы советуем, если кто приезжает в Харьков и спрашивает, куда пойти, только театр кукол. Только театр. Вы счастливы в профессии? Ну, понимаете... Ну да, я понимаю, что счастье – это вот сиюминутное ощущение. Вот. Ну, как вам сказать? Вы довольны? Я доволен. Вот так. Есть минуты счастья. Есть минуты счастья. В целом я доволен, да, потому что я на сегодняшний день играю в самом лучшем театре Харькова. Я в этом убежден. Харькова. В одном из лучших Украины и, я думаю, Европы тоже. Но вы же не только в театре работаете, вам позволяют и в кино сниматься, да, и да. В сериалах. Опять же, спасибо театру, что позволяет, что дает окна, что отпускает. Потому что вот Оксана, кстати, она из тех режиссеров, которые понимают, что популярность актера тире или равняется популярности театра. Потому что потом приходит зритель посмотреть на спектакль с участием полюбившегося актера по телевизору. Вот, а это залы, это касса, это, в общем... Ну, это разные аудитории, тем не менее. Чаще из сериала, из кино вас узнают и в театре. То есть приходят скорее с экрана в театр. Вы знаете, одно время было так, да. Тем более, когда у нас была юмористическая программа, это были 90-е, конец 90-х, начало нулевых. Было такое творческое объединение «ЧИЗ». И мы там валяли дурака и выпускали программу «Не время». И эта программа «Не время» выходила 3 года подряд, еженедельно, практически на всех центральных каналах, на СТБ, на Интере, на куче каналов тех, значит, Украины центральных. И в Харькове, естественно, выходила. И я думаю, что и в Днепре ее видели. То есть конечно, ее видели везде. Безусловно. Да. И вот тогда это был шквал популярности. И было неважно, в каком спектакле ты работаешь, мы же приходили смотреть на ЧИЗ на сцене. Потом ЧИЗ закончился, он остался в воспоминаниях, потом были годы театра. И сейчас вот то время, когда, если узнают, допустим, на улицах, то говорят спасибо вам за мнимого больного. Mm-hmm. Понимаете, это очень ценно. Потому что телевизор – это штука такая достаточно, ну, на него нельзя равняться. Это популяризатор огромный, безусловно. То есть это помогает, помогает. Но если элемент. Говорят спасибо за мнимого больного, это говорит о том, что человек посмотрел спектакль и понравился. Узнал не то, что спектакль понравился. Я понимаете, скажу спасибо за женитьбу, например. Вот. Обалденно. Спасибо. Просто обалденно. Гамлета еще не видела, надо. А вы, наверное, смотреть. Были тогда, когда мы привозили женитьбу и вишневый сад, да? Да. 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 Ну, вот. Гамлет не приехал. А Гамлет не приехал, потому что я на женитьбе сломал ногу. Потому что вы сломали ногу. Да, прямо на спектакле. А нельзя, да, с поломанной ногой сыграть полонию? Сыграть да? Что? Нет, так дело в том, что мне только-только собирались делать операцию. А, понятно. Ну, сейчас все хорошо? Ну, сейчас все хорошо. Вы суеверный? Не очень.
Ну, нет. Свои актерские штучки нет, есть забыл, секретные? Нет, нет, там сценарий упал, там еще что-то? Не, не сажусь никогда. Нет? У-у. Более того, когда у нас с мастером и Маргаритой вот эти все начались, это нельзя, ребят, что нельзя? Ну, есть люди, я с уважением отношусь к их, так сказать. Ну, да. Особенности. У нас, да, у нас вот, например, случилось несчастье с ведущим актером нашего театра со здоровьем. Он считает, что это, ну, в основном из-за того, что он играл Воланда и настолько играл этого Воланда, что, значит, как бы даже, ну, вот через себя его пропускал. У роли Воланда есть некий шлейф, пишут об этом, да. Но если об этом не писать и не говорить, то, ну, и внимания хорошо, никто не обратит, ну, наверное. Давайте тогда говорить о Фаусте. А что тогда вот опера, да, Фауст? Люди поют арию Мефистофеля, и что с ней? Они должны тут же погибнуть после этого. Это роль, это, ну как, это... Нет, ну есть, скажем, актеры, которые отказываются сыграть Христа. По религиозным соображениям, по соображениям того, что это не... Ну, такой, он не может быть из плоти и крови. И в то же время есть масса примеров, когда актеры играют, да, те же «Страсти Христовы» Гибсона, или там «Последнее искушение Христа» Скорсезе, да, фильм, и это получается шедевр. Все индивидуально. То есть, да, то есть это... А вы отказывались от ролей когда-нибудь? От ролей? Да нет, понимаете, я всегда говорил, что я еще не в том статусе, чтобы отказываться. Нет, нет, ну что, это Де Ниро может отказываться от ролей, и то он не отказывается. Вы сыграли в «Слуге народа», в том числе, да, да? В двух, да, сериях, по-моему, да? Или во в втором и в третьем. Во втором и в третьем, да? Да. Хороший опыт? Очень. Вообще кино – это хороший опыт. И команда там очень сильная. Вот я имею в виду кинокоманда. Кинокоманда. Все как по нотам, все как... Вообще сотрудничество с 95-м кварталом в плюс... Вам, плюс, как актеру, как опыт. Мы сейчас не говорим, мы там, говорим о, да, я понимаю, о политических, да, каких-то, нет, нюансах. Нет, только об актерском, да. Безусловно, в плюс. Я очень благодарен этой команде, потому что, во-первых, появилась куча предложений после. Вот. И то, что я там увидел, я всегда говорю, что все познается в сравнении. Да? Организация процесса съемочного. То, как люди работают, то, как с тобой носятся. Я когда первый раз приехал, мой опыт общения начался с сериала «На дотуркани», угу, или «Депутатики» было рабочее, угу, название. И я приехал, я никого не знал. Я прошел пробы, и меня утвердили. И я приехал на площадку. Никакой волосатой лапы. Абсолютно. Мне позвонили, здравствуйте, здравствуйте, вас беспокоит кастинг-агент «Квартал 95». Мы хотим, если у вас есть желание и возможность, и вы хотите попробоваться, приезжайте. Я приехал, попробовался, уехал. И репетируя «Вишневый сад», вдруг мне звонят, вы утверждены. Я там чуть, значит, этого Гаева бедного, чуть текст не забыл от радости и восторга. Вот. Все, и я приехал. Вам хотелось? Вам понравилась атмосфера, вам понравился сценарий? Так вот, что? Я рассказываю. Да, ну, мне очень понравился сценарий, потому что это была такая, вот именно вот эти «Депутатики», да, это была такая умная сатира, то, угу, что я люблю, умная. Угу. Вот. И я приехал, первый съемочный день, я прихожу на площадку, и у меня складывается ощущение, как будто вот все эти люди собрались только ради меня, только ради того, чтобы меня встретить, загримировать, одеть, проводить в кадр, там, порепетировать. То есть это удивительно. Во-первых, это сразу расслабляет. Ты сразу занимаешься ничем не посторонним, а только работой, только тем, ради чего ты на площадке. Потом прекрасные партнеры, потом все. Ну, это очень сильно. Когда это профессионально, от и до по времени, от и до по нюансам, ты подумал, тебе принесли, ты захотел, у тебя уже тут рядышком все это лежит. Понимаете? Это все, это очень ценно. Завод это... работает. Да, 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 да. Вот я сейчас снялся в... Я очень жду этот фильм «Папик». По 1+1 пошла реклама со Стасом Бакланом в главной роли. Вот я... И у меня там такая довольно внушительная роль. Я очень его жду, потому что он снимался с такой любовью и так скрупулезно. И так Андрей Яковлев вылизывал... Каждый кадр, каждый эпизод, каждый диалог, работа... Ну, понимаете, я в театре иногда такой работаю с режиссером, да, по сценарию, по персонажам, по взаимоотношениям, по итогам ты выходишь на площадку, и ты понимаешь, что тебе... Ты уже в этом материале полностью. Ты не стоишь с диким глазом, сейчас начнется команда «Мотор», а что я делаю?
Ну, в кино есть нюансы, там же есть крупный план. А в театре, если человек сидит где-то там, да, в последнем ряду, он видит общую картину. И очень, наверное, сложно держать лицо, когда ты понимаешь, что, ну, кто там тебя рассмотрит? Есть такое? Нет, такого нет. Не бывает? Всегда в роли, всегда в Нет, такого просто быть не может. Ну, а как? Кто тебя рассмотрит? Это что, значит, ты... Пока ты стоишь, значит, и не твой текст, ты можешь там ковыряться в носу, что ли? Нет. Нет? Не можете? Нет. А импровизировать себе позволяете? С удовольствием, но смотря где. Вот, скажем, в комедии, которую я играл, «Моя прекрасная леди», я Хиггинса играл, значит, а партнером моим был мой многолетний партнер и приятель, актер Игорь Мирошниченко. Это тоже в театре Афанасьева? Да, в театре кукол. У нас. Вот мы там... дошли уже до такой стихии импровизации, что нам важно было знать, какой реплики для звукорежиссера мы должны прийти, чтобы он дал музыку. А внутри это была такая вязь уже. Ну, то есть это... Ну, текст Бернарда Шоу, располагает на самом деле к импровизации, безусловно, мне кажется. Безусловно. И там были какие-то реминисценции в сегодняшний день, и там были какие-то... То есть, ну, и зритель сюжет это вечный. Так... Зритель, Пигмалион – вечный сюжет. Зритель это, вы понимаете, так... принимал и так на это реагировал, он понимал, что это рождается при нем, здесь, сейчас, а завтра этого уже не это будет другое что-то. Ты причастен. Да, да. Это здорово. Есть у вас работы, в которых вы общаетесь со зрителем, да, выходите к зрителю, есть какие-то спектакли? Или нет, чисто интерактива такого нет. Но есть апарты, вот, скажем, даже в «Гамлете», там роль Полония написана очень интересно Шекспиром, это единственный персонаж, у которого есть апарты. Почему-то. То есть общение, он как будто бы разговаривает, там, ломая четвертую стену со зрителем. Все остальные между собой, А здесь просто, вот, есть в чеховских спектаклях апарты, есть вот эти выходы, они мне очень нравятся. Я объясню почему. Это дает такое, как бы, подмигивание легкое, что все равно это игра. Что я играю в... а не я играю, я не прорастаю корнями и не становлюсь Полонием настоящим, значит, который сейчас вот, нет. Да, есть образ, я держу образ, я общаюсь, вот моя дочь, вот мой сын, вот Гамлет, вот король, вот все. Но при этом вот эти вещи какие-то, они позволяют зрителю понять, что, подождите, ребята, ну, прежде всего, это театр. Это такое, как бы... Это театр. Спокойно. Да. Все будет да. хорошо, да? Это театр, понимаете? Вот и все. Вот такое же, точно такое же, в «Мольере» вообще сплошь и рядом, потому что там материал такой. Там общение с залом напрямую идет практически постоянно. Но не интерактив, а ну-ка, ребята, давай, это у нас новогодние кампании такие проходят. Да. Позовем Дедушка Мороз. Да. А елки были в вашей жизни? Полно, что вы, миллион, и до сих пор. Серьезно? Дед Мороз, конечно. Боже мой, в театре 8. Неужели заслуженного актера можно поиметь Дедом Морозом? Можно поиметь в нашем театре. Ага, понятно. Что с успехом пытаются делать. 8 артистов у нас. У нас 7, по-моему, снегу, у нас на одного Деда Мороза больше. 7 Снегурочек не хватает. И 8 Дедов Мороз. Так, кастинг. Поэтому я предложил самоустраниться, чтобы было 7 на 7. Хитренький вы какой. А кроме Деда Мороза на елках кого-то играли? В детстве, в садике, конечно, всяких там, значит, этих. Но опять, это не были зайчики. Я помню, у меня фотография даже где-то есть. Я сижу в таком брыле, потом, значит, да, мне лет 5, у меня такой брыль, очки вот эти, знаете, которые были такие очки, нос, усы. Да-да, конечно. Такие пластмассовые. Вот они, вышиванка какая-то, все. И мы разыгрываем какой-то скетч, рядом со мной стоит... Как у Образцова. Деда. Да, как у Райкина. Да, или у Райкина, да, точно. Рядом со мной стоит мой же ровесник. Мальчик моей группы, он играет моего сына. А я, значит, якийсь там дедусь, який у него щось там пытаюсь. Ну, возрастная роль, характерная. Да, вот он первый раз. Вот вам, пожалуйста, в садике. Рядом воспитательница, которая... Это фотография. Воспитательница, которая вот она просто... Переживает. Да. И я на этом, значит, все. А тот стоит и вот так вот, и мне что-то докладывает. Очень смешно. Зал помогает, мешает? Помогает. Как бывает вообще? Ну, зал вообще всегда... А если телефон звонит? Ой, это да, ужас. Это гадость. Сколько бы ни говорили, да? Это до сих гадость. Пор звонят, у вас? Или у вас уже Нет, зрители реже, воспитаны? Реже, но есть. Потом иногда вот это, знаете, вспышки вдруг, бынц, темный зал, и вдруг блям, и там кто-то начинает... И ты думаешь, кто я, где я, да? Да, нет, ну это раздражает, это выбивает, раздражает. Мешает, чего же я буду лукавить, конечно.
Но, в принципе, зал, когда... Это обычно вот понятно буквально с первой сцены. Как дышит зал? Твой зал, ты его или нет. Это понятно. Ну, чаще ваш все-таки? Ну, бывает. Вы знаете, по-всякому бывает. Бывает, ну, удивительно совершенно. Мы играли спектакль «Мнимый больной», он на такую тему интересную. Значит, и его купили врачи целево. Значит, какой день медика, и они решили прийти посмотреть «Мнимого больного». Просмотр, да. Да. И мы, ну, думаем, сейчас медики... В пух и прах. Нет, просто вот так. Мы там, значит, все уже, я говорю, слушайте, может их толкнуть, может бахнуть из пистолета стартового, может что сделать-то? А они вот так сидят, вот просто вот. Закончился спектакль, бешеные аплодисменты, стоячие овации. Они боялись пропустить, наверное. Я не знаю, но это комедия, понимаете, когда во время комедии не смеются, то начинаешь думать, что ты плохо играешь, что-то не то. Ты не думаешь о том, что идиотский зал, ты думаешь о том, что что-то ты не сделал, что-то не то. Ужас. А бывает так, вот ты вышел, первая реплика, и пошла реакция, ты чувствуешь все, и дальше это как любовь, это как, извините, секс. Это вот или случилось, или нет. А слишком смешливый зритель на комедии, это хорошо, или это раскалывает? Это хорошо. Нет, это не раскалывает. Это хорошо. А вас можно расколоть? Можно. Можно. Ну, как, в определенных, так сказать, моментах, когда, если я готов, если я допускаю, что партнер может меня расколоть, то вряд ли. Если это внезапно, вдруг, причем не специально вот он задался целью расколоть, да, а вдруг что-то произошло. Нечаянно, да. Что-то вот случилось, и тогда да. Ну, пока, слава богу, занавес не давали вот так, чтобы радикально совсем. А зритель может расколоть? А со зрителем, вы знаете, была интересная история на «Мастере и Маргарите», по-моему, сидел в первом ряду, как пример. В первом ряду какой-то дядька сидел, он с дамой пришел, и они сели в первый ряд. А у нас такой первый ряд, но он практически вот коленками упирается в рампу. Ага. Очень близко так все. И вот мы что-то играем, а мы на сцене слово, он ей комментирует два. Мы на сцене три, а он ей четыре. И вот так вот в таком каком-то... А я Коровьева там играл. Он, наверное, рассказывает, а у Булгакова было не так. Я не знаю, но бу-бу-бу-бу-бу-бу. Есть такие, да, зануды, которые сверяют тексты там. Я не знаю. И кончилось тем, что у меня там реплика такая, значит, мы перед, когда Воланд говорит, ну, короче, чтобы я проводил Маргариту, уже все свершилось, бал свершился, желание, значит, загадано, все, и он, значит, и я ее должен был проводить. И уходя, а тот опять что-то бу-бу-бу. И я, значит, да, мессир, там все, и уходя, я уже позволил себе такое, я говорю, мессир, ну, превратите этого там болвана ваш, я уже не помню, что я сказал, там, то ли в собаку, то ли в кота, то ли, ну, невозможно же так, ну, честно. И зал, которому он мешал не меньше, чем нам, взорвался аплодисментами. А тот затих и уже до конца сидел вот так вот, молча. То есть, то ли у него ощущение, что вот они перед телевизором, и мы не слышим, то я не знаю. Знаете, но иногда вот к моменту того, что выбивает, не выбивает, я просто не выдержал. Суфлера уже нет в театре? Нет, давно нет. Давно нет? Давно нет, очень давно. Только, а у нас только, только в старых фильмах можно, наверное, увидеть. Да, вот так уже и в драматических, по-моему, нет. Ни в одних вот этих огромных, где сцены на как дворец, тоже нет. Что вы как актер умеете? Вы умеете петь, танцевать, фехтовать, скакать на лошадях? Или вас как кукольника в этом не учили? Меня как кукольника учили практически всему, кроме, пожалуй, лошадей. Вот. И я понял, что после того, как я вот сейчас в фильме «Папик» залез на лошадь и поехал так, как будто я сидел всю жизнь в седле, вот, я понял так, что при необходимости я умею все. Без необходимости я просто как бы вот... Я не знаю, что я умею без необходимости. Да, да. Надо пробовать. Вот, умеешь играть на скрипке? Не знаю, не пробовал. Да, вот это из этой серии. А на скрипке умеете? Не знаю, не пробовал. Да, но фехтованию обучали, сценическому бою, сценическим дракам. Потом это ведь все очень прикладно, если это нужно для эпизода. Есть, приглашается учитель, который выставляет все это, эту хореографию, как это называется в кино. И все, и ты уже фехтуешь, то есть тут как бы не вопрос. Нужно станцевать, репетируешь, учишь, разучиваешь и танцуешь. Фестивальная история. Сложно привести такой спектакль, как «Гамлет», в другой город? Нужна особая сцена, да. Нужно много декораций. Вы знаете, что? Вот это мы сейчас коснулись такой больной темы поездки.
к великому сожалению, мы настолько были всегда, наш театр, увлечен искусством, что мы не разжились меценатами, спонсорами, друзьями с большими кошельками и так далее. А это очень плохо, потому что, когда возникает вопрос, приглашают много, и за рубеж приглашают, но очень часто возникает вопрос о такого свойства. Например, приезжайте, вот площадка, вот гостиница, вот там питание, все, но дорогу, пожалуйста, оплатите сами. И мы говорим, ой, извините, а мы не можем, у нас нет таких денег. И поэтому, с одной стороны, с другой стороны, фестивали, скажем, нам давно уже пора обращать свои взоры в сторону общетеатральных фестивалей. Почему? Потому что фестивали театров кукол – это, как правило, фестивали, куда приезжают люди со спектаклями на двоих, на троих, ну, максимум на четверых. Угу. Они ставят чемоданчик. Компактные они, такие, да. Они да. ставят столик, они ставят два стульчика, они достают свои, значит, вот какие-то все. Ну, все. Это все вопрос бюджета, на самом вопрос деле. Бюджет, и вопрос того, что мы уже, вот о чем говорили выше, мы уже и не совсем как бы театр кукол. Понимаете, мы театр какой-то новой совершенно формации, градации и так далее. То есть мы с нашим репертуаром и нашими спектаклями имеем полное право, только вот как им воспользоваться, да, участвовать в самых крупных форумах театральных мира с любым спектаклем. Хоть Мольер, хоть Шекспир, хоть Чехов, хоть Гоголь, что угодно. Понимаете? Ну, вам надо как Буратино прокалывать. Да, вот, но на это уходят годы, к сожалению. У нас это все очень сложно. А получается, что многие театры вот хотели бы привести «Вишневый сад», допустим, да, а приглашают, допустим, там «Чевенгур». Почему? Меньше людей. Да. Меньше людей, меньше целесообразность, расходов. Финансовая, да, целесообразность. Да. Поэтому еще раз вот я сейчас хочу сказать Днепру спасибо за то, что мы имеем возможность показать у вас «Гамлет», потому что для нас это очень важно. Мы же, театр, ведь что такое спектакль, да, это же не просто сыграл, поставил, и дома ты себе его самограйку эту, значит, это надо ездить, надо... А мы-то как рады, вы себе не вот. Представляете. Ну, в Днепре тоже проблемы, особенно со сценами, так везде потому проблемы, что ну, конечно. Кукольный театр, вернее, театр кукол, стоп, который у нас есть, на самом деле у нас их два, да? Да. Они оба очень маленькие, ну да, один, для... в детском саду бывшем, да, для... маленькие для, да, вот, спектаклей вашего формата. Конечно, есть же, да, уже, да, очень большие спектакли, ну, действительно, вот я помню... и нужна машинерия, да, уже, да, совершенно, да, 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 другая, мы когда современная. Мы вот приезжали к вам и привозили те свои спектакли, мы же... Мы, кстати, у вас сыграли последние все. Мы играли у вас «Вишневый сад», мы играли «Мольера», «Мнимо больной», мы играли «Женитьбу», мы, видите, как мы... Вас любим больше остальных. Вот. И мы же ведь играли где? В «Тюзи» мы играли, мы в «Шевченко». То есть на таких... Ну, то есть мощ... вы играли на драматических, да, сценах, на мощных так. больших сценах, да, потому что, ну, вот это тоже... А можно сделать универсальную сцену? Я понимаю, что вы не мастер сцены, не инженер в данной сцене. Ну, чтобы играть и кукольные, и не кукольные. То есть если мы говорим о том, что... Универсальный спектакль или что, в каком плане? Сцену в театре создать такую, чтобы можно было играть все. Ну, я думаю, что в вашем театре, ну, она такова есть. Ну, в нашем есть такая сцена, да, есть такая возможность. А целесообразно ли сейчас уже, строя новые театры, правда, они, увы, не строят, но если учитывать уже и вот эти, безусловно, штуки, доступность для кукольных спектаклей. Надо учитывать, я думаю, это и то, что еще может быть. Сегодня, да, сегодня строя машинерию, строя, значит, все вот это вот оборудование и так далее. Безусловно, потому что, ну как, театр это, он не может быть позавчерашним, понимаете? А у нас часто получается так, что он позавчерашний. И мы смотрим какие-то спектакли нафталиновые, и мы понимаем, что, ребята, а зачем это сегодня? А зачем? Сегодня хочет... Мы, слава богу, спасибо интернету, да, имеем возможность видеть все. И когда начинаешь сравнивать, а как там у них, то понимаешь, что ой-ой-ой. Есть для вас, ну, какой-то вот идеал? Вот вы же тоже ездите, тоже смотрите, да, там иногда хотя бы, или даже хотя бы в Ютубе. Вот есть театр, который вот вам завидно, хочется и хотелось бы приблизиться? У меня был такой театр, это было очень давно. Это был Линком Захаровский. В те годы, когда там работали те актеры, которых уже нет, угу, уже и Захарова нет. То есть это скорее вопрос духа, да, человеческого, да, фактора. Это, да, это не вопрос технологий, да, и какого-то, да, богатства. Да. Нет, ну сейчас Уилсоновские, конечно, вот то, что он в Театре нации, да, делал все сказки.
Пушкина там и так далее. И у себя там в Англии он ставит это просто шок, это потрясение. Потом я прочитал о нем, оказывается, что он аутист, и у него эти вот фантазии рождаются еще из его физиологического состояния. Но это здорово, это гласное оторвание. И это театр. Я больше всего, понимаете, не люблю бытовуху на сцене. То есть то, зачем не нужно ходить в театр. Там жарит яичницу, разговаривает о проблемах на фабрике или там на заводе. Все. Это уже было много лет. Это было много лет, правильно. Но сейчас это вот какие-то... Театр это все равно немножко над жизнью, на мой взгляд. Ну вот это мое такое вот мнение на эту тему. Да, театр чуть-чуть над жизнью. И поэтому, когда что-то интересное из ряда вон... И когда это не может повторить кино, например, а только театр. И только здесь и сейчас бывает, безусловно. Так что сегодня так, а через неделю уже не так. Безусловно, но это просто принцип театра, он живой, если он живой, да? Вот, то, вот как бы, но сейчас опять-таки, понимаете, я когда-то сказал, мы выпустили «Женитьбу» вот нашу, это был какой, 15-й год, по-моему. И я посмотрел в очередной раз видеозапись Захаровская «Женитьба», там шикарная, там последняя роль Янковского, Броневой, Збруев, да, но я посмотрел на спектакль, не на бенефисные выходы каждого, а именно вот спектакль. В целом. Да. И я пришел и сказал, ребята, у нас в нашем театре больше Линком, чем в Линкоме. Именно по спектаклю, по целостности, по атмосфере, по тому, как это сделано, как это сыграно и так далее. Поэтому больше можно говорить, наверное, о вот этих вот моментах. А они у каждого свои, в общем-то, есть. Все равно горизонты есть какие-то, безусловно, есть. Где мы вас в ближайшее время увидим? Вот мы увидим вас в «Папике», да? Угу. Еще что-то будет? «Судья» — криминальный сериал. «Вечирка» — комедия такая лубочная, народная. Сейчас, чтобы ничего не забыть. Ну, о том, в чем сейчас снимаюсь, пока не скажу, нельзя. Потому что да. Вот к вопросу о суевериях. Закончу, расскажу. Вот. Что же я, чтобы я ничего не пропустил. Ну вот, пожалуй, вот эти вот ближайшие три в ближайшее время. Жена ваша тоже актриса. Да. И тоже в вашем театре. Да. То есть вы работаете вместе. Да. Это усложняет, упрощает? Или это уже все равно? Уже... Много лет же вместе, да? Это, как вам сказать, это продолжение. Это семейная жизнь, которая не прекращается без перерыва на работу. То есть мы оттуда переходим в спектакль, из спектакля опять домой. У нас практически, я как-то вот сидел, думал, один или два спектакля, где мы не встречаемся, не партнерствуем на сцене. Все остальное... Успеваете соскучиться, да? За два спектакля? Да. Хватит, да? Нормально? Да. И хватит. А потом опять вместе. Ну, на самом деле, это все равно же эмоционально сложно. Все-таки, мне кажется. Ну, я не знаю. Может, кому-то сложно, мне нет. Потому что я наоборот чувствую родное плечо. То есть дома понимают настолько, и, да? Да, и как-то... А она, я надеюсь, чувствует во мне какую-то поддержку. Особенно на сцене, вот когда есть какие-то сложные там сцены, сложные, значит, какие-то куски. Вот. Не-не-не, это очень... На самом деле это помогает. Всякий раз, когда есть какой-то тыл, какой-то вот момент, ты понимаешь, что ты не один. Это очень важно. Но с ней вы не импровизируете на сцене, да? Щадите. Еще как. Серьезно? Ну, не жалеете? Ну что, и она со мной. А кто жестче? О чем вы говорите? Да ну по-разному, я, вы знаете, так не скажу. Иногда мы там вот после того же Мольера мы выходим, там выбегаем за кулисы. Я говорю, ну класс, сделала, отлично. Нормально, это высокая оценка, серьезно? Да, да, да. В каждом человеке сохраняется ребенок до конца. Говорят, в мужчинах гораздо больше этого ребенка, чем же это правда? Правда. Да? Да? Что любит ваш внутренний ребенок? Ой, вы знаете, это, наверное, мне надо лечь на кушетку тогда. Вам надеть белый халат, и мы будем как психолог с пациентом. Не, ну не общаться. Так глубоко. Ну, я не знаю, понимаете, это все оттуда. Ну вот то, что я любил тогда, оно и осталось со мной сейчас. То, чего не хватает сейчас. Ну что, вот. Когда вас хвалят, например? Очень люблю. Или когда очень вам люблю. Что-то дарят? Или... Дарят, приятно, но когда хвалят, это... Ну, вы классный. Очень. Вот вчера похвалили на съемочной площадке. И так прям такие крылья выросли. Это, или во время репетиции, если в театре. Очень люблю.
какие-то милые вещи, какие-то коллекции, коллекционирование. Вот я, например, в детстве я обожал музыку всегда и слушать. Я собирал пластинки, тогда виниловые пластинки, потом эта страсть перешла на кассеты, ну, как развитие цивилизации, да, кассеты, бобины, кассеты, CD, вот, значит. И вдруг вернулись виниловые опять назад. И я купил новый проигрыватель. И я заново начал собирать коллекцию. А ведь то, что можно приобрести сейчас, несравнимо с тем, что... Что было тогда, с песочком. Я посмотрел на свою, я думаю, боже, а зачем я это покупал? А мы тогда покупали то, что выбрасывали. Не то, что хотели, да? То, что вот было, конечно. Зарубежное? Давайте. А что оно там? Кто поет? Чего поет? И вот такого мусора стоит, поэтому зачем оно, Господи? Ну, другого же не было. Не было. А нет, другое было, но другое стоило зарплату. Вот так вот, возле магазина «Мелодия», вот так открывал, или отсюда, или, значит, идем. Мы заходили в подъезд, и дядька открывал «Дипломат», а там... Да. И боялся к этому притронуться. Фарцовщики. Да, да, но каждая пластинка стоила 20-30 рублей. А зарплата посмотрел, была 90. Вроде послушал. Да, все. И сейчас появилась возможность. Форумы, значит, какие-то эти, все. Я вступил в один форум такой, подписался, значит, на... Я насобирал столько за эти годы. Казалось бы, я их даже иногда слушать не успеваю. Но вот это коллекционирование, понимаете, когда... Ну, это все есть на CD. Поставил кнопку, в компьютере просто кнопку нажал. Но вот это таинство, когда вынимаешь из конверта, все это, значит, ставишь, включаешь, протираешь. Потом раз, и какой звук. Цифра не даст такого звука, как вот аналоговая, вот это винил, живот, это, басы. Это. Ставишь, это, да вроде такое же. Не-не-не, ну, послушай, это винил, это все-таки. Вот это ваш внутренний ребенок, да? Вот он, да, это он кайфует. Конечно. Это не взрослый Вячеслав Иосифович. Конечно, конечно. Какие-то... Я могу достать, вдруг у меня альбом сохранился, можете себе представить, с детства, в котором... Я собирал, ну, как, наверное, многие мои сверстники в те годы, какие-то вкладыши, этикетки от жвачек. Я сама собирала? Вот. А как же, да? Дональды там были, значит, Болик и Лёлик, еще там что-то. Это у меня конечно, сейчас... Конечно, Турбо. Турбо это уже позже. Позже, да. А это вот... И как я расстроился, когда я узнал, что уже нет этой компании, которая выпускала этих Дональдов. Боже, а у меня там целый клясер отобрали для детство. Марок с этими вкладышами, вот этими комиксами маленькими. Что это? Это оно. Солдатики, которые храню до сих пор. Что это? Это оно. Это вот это самое. Потом вдруг стали перезапустили линию вот этих резиновых индейцев, немцы. Я собрал полный там, значит, вигвам со всеми этими жителями. В шкафу стоит, и все. Что, это он. Это он. Вот так. Так что, конечно, есть. Ну и потом просто вот какое-то... Я на какие-то вещи, я все время вот опять вспоминаю, возвращаюсь к папе, да, на какие-то вещи очень остро реагирую, на которые можно было бы, наверное, реагировать попроще. Обижаюсь там, что-то вот как-то тоже цепляет. Почему? Потому что тоже вот открытое... В общем, пафосно, конечно, звучит, но открытая душа ребенка, она присутствует все равно по сей день. Вот. И это очень, это надо на самом деле очень как-то пытаться хранить, потому что для актера это очень важно еще. Это, между прочим, заслуженный артист Вячеслав Иосифович Гиндин. Сейчас нам рассказал такие сокровенные штуки про солдатиков, про... Я без белого халата. Без... смущение, рассказала о таких сокровенных вещах на самом деле. Спасибо вам большое. Спасибо. Наверное, вы и актер-то хороший, потому что вы искренний и честный. И потому что вы любите. Потому что все, о чем вы говорили, вы любите. Вы говорили с любовью. Ну да. Наверное, вы и актер хороший. Нет, потому что... Да, ну вот там... Вот, ну это, понимаете, это вот мои вот эти вот уже испорченные циничные мозги, которые во всем видят капустник и сразу переводят... Ну я бы тоже зацепилась на самом деле. Вот. Спасибо вам спасибо, большое. Спасибо. Це був Вячеслав Гиндин. Побачите його ви можете по телевізору, а також, і я дуже рекомендую, наживо. Наживо тільки в театрі. І бажано на його рідній сцені в Харкові. Дякую вам дуже. До побачення.